We were good, we were gold, kinda tree. счастливые часов не наблюдают. Автор Юниверси читает Кэт Вилд». Часть шестая. На смену в МАК Чемин так и не попал. С настроением ниже плинтуса хотелось грустно ковырять ведерку мороженого и смотреть сопливую дораму, будто его кинули после долгих лет на отношений. Собственно, так он и сделал. Попросил подмену на сегодняшний день. Купил любимое фисташковое, несколько баночек слабоалкоголки и отправился к Тэхёну. Ну, что стряслось? Тэхён еще в дверях понял, что с другом что-то не так. Несмотря на то, что он отлично играл эмоции героя в театре, собственные чувства парень скрывал плохо. Стряслось. Трагично шмыгнул Пак мокрым носом. И а от него ушел. Хм, — Погоди, от кого? — От красавчика, — вздохнул Чемин Я ночевал эту ночь у него. Тихон от удивления чуть не упал, но вовремя схватился за дверной косяк. Костыль, не выдержав такой новости, выпал из его рук и громыхнул в коридоре, отдавая сехам в утренней пустоте общажного коридора. «Да заходи ты!» Ты затащил друга в комнату, а Тимин подставил ему свое плечо. «Перебудешь всех!» Юнги еще не вернулся, зависая в студии с позднего вечера. Поэтому Тихен в гордом одиночестве рухнул в кресло и уставился на Тимина. «Рассказывай!» рассказывать нечего!» Я спалился у ломбарда, представляешь? Да. Ким почесал затылок, оценивая ситуацию, как патовую. «Итак, он понял, что ты — это статуя?» «Абсолютно точно», — вздохнул Чимин, открывая баночку бронкса. А еще он погнался за мной, вывалил снегу, а потом привез к себе домой и оставил на ночевку, словно я какой-то уличный щенок, которого нужно вымыть от грязи и накормить. Тишина в комнате огласила с громким шмыганием. Больше похожим на всхлип. — Ну, предположим, ты вернула ему часы теперь, когда тайна раскрыта. — Ну, в том ты -то и прикол, что часы я ему не вернул и их потерял. Теперь замолчал Чимин, и настала очередь Тихона горестно вздохнуть. — Как потерял? — Ну так, — развел руками блондин, — сугробий потерял. — блять Именно. Они молча и грустно отпили своих баночек, и Чимин поплелся на кухню за ложечками для мороженого. До вечерней смены в маркете он еще успевал и поплакать, и выпить, и протрезветь. Тахион, дотянувшись до пульта, включил телевизор и выбрал фильм. Иди сюда, позвал друг, а когда Чимин сел рядом, обнял парня и укрыл их теплым пледом. Не переживай! Все образуется. Ты хотя бы попробовал, а это уже хорошо. Ну и пусть эта мечта останется американской. Ты себе красавчика и в Корее найдешь. Он стукнул Чимина по покрасневшему носику и понял, что в кухне друг успел всплакнуть. — Хей, не вздумай киснуть! Ну, — Почему все так? — плаксиво протянул Чимин. — Как только я влюбляюсь... Обязательно случается какая-то хрень. И что теперь делать? Не знаю. Мол, возвращаться опасно. Попрошусь у Стивса перевести меня на другую точку. Но сегодня, наверное, еще придется постоять там. А если он придет? Чимин испуганно посмотрел на Тихиона, боясь себе признаться, что больше всего именно этого и хотел. Плевать уже на эти часы. Ему просто нужен Чунгук рядом как в прошлый вечер. Если это твой человек, то он обязательно тебя найдет. Вот увидишь. Ну, правда. Всхлипнул Чимин, вытирая нос. Правда, поддакнул Ким. Во всех дарамах так бывает. Да ну тебя. Блондин чуть ли не плача толкнул его кулачком в грудь. А еще друг называется. Не обижаясь на Тихена, Пак поджал под себя ноги, поставил поближе ведерко и прижался к Киму. — Никуда я не перееду, — уперто сказал он. — «Ищут чего. — Я так давно искал квартиру, а вообще гу мне вовсе не хочется. Мороженые парни доскребли до дна, баночки опустошили, а Чимину лучше не становилось. Грусть на лице была такой, что ему впору играет самых несчастных принцесс, заточенных в башне. Никаких эмоций не надо больше, чтобы увидеть разбитое сердце блондина. Смена в магазине подходила к концу. Чемин в этот вечер получил почти в два раза больше, но денежки его уже не радовали. Он постоянно оглядывался по сторонам, чтобы найти глазами Чунгука. Неужели он даст ему уйти? Зачем тогда целовал, отогрел, дал надежду? О том, что он сам упустил свой шанс, Пак старался не думать. Ну, что бы Чунгук сделал ему за потерю часов? Убил, сдал на органы, привязал к кровати, взял в сексуальное рабство? Мысли явно шли куда-то не в ту сторону. Пак младший напрягся, подслушивая бредни хозяина наверху, и принял боевую готовность. Ну, мало ли что случится, вдруг идти в бой, а он расслабился. От разочарования Чимин готов был разрыдаться. В половине одиннадцатого, когда начали понемногу выключать свет, парень плюнул на все и сошел со своего места. Сил больше не было стоять здесь и грызть себя за ошибку. Он решительно продофилировал в подсобку, переоделся и отправился к метро. Ему крайне необходимо попасть домой, залезть в горячую ванну и смыть с себя эти беспочвенные ожидания. Настроение, что скакало у парня с поразительной быстротой, резко отменило ванну. Только холодный душ, холодные мозги и новая жизнь. Решительно позитивная и без всяких чунгуков. Чмин вытерся махровым полотенцем, растирая кожу до красноты. Любимая масочка с ванилькой обещала спасти его вечер. А в холодильнике еще оставалась клубника со сливками и даже припрятана шампанское включив романтическую музыку, Пак только собрался сделать себе десерт, как в квартиру позвонили. «Ночь на дворе!» — пробурчал он, шлепая к двери. «Сто процентов это старик Джемисон, этажом выше, который всегда забывал, где он жил. Уже не раз Чемину приходилось провожать его домой. Но что поделать? Старость, проблемы с памятью». Открыв дверь, Чемин обомлел. На лестничной площадке стоял Чунгук и с той самой дерзкой ухмылкой смотрел на парня. — Здрасте! — проблеял Пак, сам не узнавая своего голоса. — Как вы меня нашли? — Итак, бегляночка, либо ты едешь со мной, либо перестаешь задавать глупые вопросы, на которые сам знаешь ответ. В глазах Чунгука проскользнуло раздражение. И Чмин понял, что модельер не любит, когда его пытаются одурачить. «Может быть, пригласишь войти?» Пак отступил назад, но и не из чувства вежливости, а офигев от наглости визитера. «Частная собственность!» «Нет, не слышал!» С другой стороны, после ночевки Чимина в его апартаментах модельер, наверное, имел право не стоять в коридоре, как бедный родственник. «Не дожидаясь, войдите!» Чунгук шагнул в квартиру и закрыл за собой дверь, после чего повелительно кивнул Чимину на комнату, намекая, что в домашних шортах и футболке он его не повезет. Пафосно фыркнув, Чимин качнулся соблазнительные попы и прошел в комнату, получил спину одобрительное клацание языком. Происходящее складывалось настолько странно, что он вообще не понимал, почему поддавался на приказы Чунгука. Какая-то непонятная власть, взявшая над ним силу, не оставляла шанса сопротивляться. Впрочем, за сегодняшний день его голова слишком много думала, и Пак реально устала разбирать события по полочкам. С самого утра, проведенного с до вечера, когда глаза уже заболели высматривать Молли мистера охуенные руки, он только и делал, что корил себя за утреннюю глупость. Если Америкам Дрим такая упорная, что не отстает от него, стоит ли тогда противиться? Пак втиснулся в джинсы и на всякий случай сбросил Тихио СМС, что он едет к Чунгуку. Ниже пометка для друга, без реакции глупых смайликов. Просто информация на всякий случай. Блондин включил геолокацию, и натянул на лонг слив свитер. Ким сообщение просмотрел, но ничего не ответил. Ну, «У тебя, миленько!» — крикнул Чунгук из коридора, заглянув в проем на кухню и в комнату Чимина. Все чисто и аккуратно, что так непривычно для юноши, живущего в одиночестве. «Ну, не у всех, знаете ли, люстра восемнадцатого века!» — буркнул Пак. «Куда мы едем?» «Ко мне!» Ты же хочешь получить свой презент от а Джейкор? — наигранно спросил Чунгук. — Всего лишь. Пак приподнял бровь, давая понять, что отдурачить его не придется. — У тебя есть другие планы? — шепнул Чон на ухо, когда Чимин потянулся к вешалке за курткой и оказался к нему настолько близко, что мог слышать едва уловимый аромат парфюма. — Нет. — Вот и хорошо. «А то я уж думал, ты забыл, что выиграл сертификат», — заметил модельер. «А я все помню», — шикнул Чимин, потерянно качая головой. «Он его теперь, как щенка, нашкодившие макать будет». «Просто думал, что ты влюбился в женщину, а выдавать себя за нее — обман». Пок понемногу оттаивал и переходил на «ты». Вчера Чунгуку это даже понравилось. А сегодня такая дистанция и вовсе мешала узнать друг другу получше. Наткнувшись на улыбку собеседника, блондин не сдержался. — Да что опять не так? — А «Вот то, что я би, и мне без разницы, в каком образе я тебя встретил, — прошептал Чонгук, склоняясь к плечу Чимина. — Ты одинаково горячий в платье и в джинсах. — Кстати, дай мне свой телефон. — ну, ты еще зачем? Недоверчиво спросил Чимин. А зачем люди обмениваются телефонами? Вполне очевидный вопрос завис в воздухе. Ну, чтобы продолжить общение. Чимин нехотя пробормотал номер, надеясь, что Чунгук сделал ошибку. Но тот был не промах. Сразу перезвонил. Его телефон отбился во входящих. «Сохрани на всякий случай». Чингук замер на несколько секунд на губах Чимина, пока тот тыкал пальчиками в смартфон. Потом отстранился и открыл дверь, давая понять, что им пора. Блондин педантично осмотрел квартиру, выключил свет и потопал за старшим. Время перевалило за полночь. Когда они тихо подъехали к уже знакомому Чимину дому, в некоторых окнах горел свет. И в квартире Чунгука, если Пак правильно прикинул, тоже. — Ты не один? — пытался скрыть беспокойство в голосе, — спросил парень. — Нет, один. Чун припарковался и выключил двигатель. — Просто нравится ощущение, что у тебя дома кто-то ждет. Не люблю бывать в Америке и надолго отлучаться от дома. Частые командировки по миру выматывают. А ты скучаешь по Корее? — Очень, — признался Чимин. — Мама тоже ждала меня, пока я не возвращался из института или с прогулок с друзьями. — Ну, путешествовать, наверное, интересно. — Мои отъезды в основном связаны с работой, — подчеркнул Чон, открывая дверь авто. — Так что ничего сверхъестественного. Приемы пока за новые контракты. Войдя в комнату и раздевшись, Чемин прошел в гостиную, и боязливо сел на диван. Сегодня почему-то страшнее, чем вчера. Наверняка он все мозги себе в сугробе отморозил, если согласился на эту аферу. Еще и добровольно, и дважды. Чунгук включил обогреватель, чтобы отогреть Чимина с мороза. И спустя несколько минут пригласил его в другую комнату. Ту самую, где стоял стол. Пак ахнул от удивления, когда зашел святая святых. Как оказалось, это была целая мастерская, а видневшийся стол лишь ве — лишь вершина айсберга. В огромной комнате, самой большой во всей квартире, у стены расположились манекены с наброшенной на них тканью. В углу, под искусственным светом, стояла крутая швейная машинка, а рядом шкаф и комод забитые всякой всячиной для портного. В другом углу Чимина поджидал еще один сюрприз. Огромный лист бумаги, на котором Чунгук создавал наброски моделей. Подойдя ближе, Пак увидел себя в том самом костюме «Тройка». «Не удержался», — пояснил Чон. «Захотелось посмотреть, как это будет выглядеть». «Шикарно!» — прошептал Чимин, скорее хваля не себя на его рисунке, а художественные способности Чунгука. — Ты круто рисуешь! Мог бы стать знаменитым художником. — Меня это не интересует. Чунгук сложил руки в замок и уставился на Чимина, оглядывая удивленного парня. — Ну, точно ребенок. С детства я любил делать наряды для кукол двоюродной сестры. Поэтому интерес к швейному делу проснулся во мне раньше, чем я научился рисовать. Скорее я научился рисовать от необходимости создавать модели, нежели от любви к живописи. А тебе нравится играть в театре? Да, я люблю управлять эмоциями зрителей. Они смеются и плачут вместе со мной. И это приносит мгновенную отдачу. Значит, ты сделал все правильно. Если смог добиться реакции зала, признался Чимин, вспоминая сцену. Маленький манипулятор, ухмыльнулся Чунгук. Что ж, может быть, поменяемся ролями на один вечер? Пак чувствую, подвох, осторожно приподнял бровь. Сегодня я хочу вызывать в тебе эмоции, пояснил Чунгук, обходя Чимина со спины и становясь сзади. А ты окунешься в индустрию стиля и побудешь моделью. Это нечто другое, нежели быть безмолвной статуей, — шепнул Чон куда-то в шею блондину. Отчего даже короткий пушок у Пака встал по стойке смирно. — Я просто хочу напомнить, твои же слова не заваливать в постель, — пискнул Пак, мысленно давая себе за трещину. Ну, молчал бы уже, если ничего умного в голову не пришло. Я говорил это про один раз. Вчерашней ночевки достаточно, чтобы я сдержал слово, но недостаточно, чтобы отказаться от идеи увидеться снова. Можешь быть спокоен. Я не маньяк и не сделаю ничего против твоей воли. Тихо закончил Чунгук, едва прикасаясь губами к кончику ушной раковины. От его голоса Чимин поплыл. От горячего дыхания едва не умер на том же месте. Ноги и руки перестали слушаться, не имея, словно Чунгук повелевала им, как куклой-марионеткой. Дрожь, прошедшая по всему телу, долбила в голову отчаянным сигналом о помощи. Но Пак спасать себя не спешил. Сначала он должен был взять от жизни все, а потом посмотрит. Чмин прикрыл глаза, превращаясь в единый оголенный нерв когда от присутствия Чунгука рядом и мимолетных касаний кололи даже подушечки пальцев, жадно желая прикосновений. — Ты согласен? — послышали слова. И в этом вопросе таилось столько скрытого смысла, что Чимин задумался. Но давать заднюю слишком поздно. — Да, — едва слышно ответил Пака, кивнул головой. — Отлично, Гук обошел его и стал спереди, касаясь руками щеки. — Открой глаза. Чимин и вовсе забыл, что прикрыл веки. От близости мужчины и его подавляющие ауры в воображении парня расцветали самые непристойные картинки. Впрочем, увиденное не могло не радовать. Чингук стоял близко, оставляя между ними миллиметры. Он прислонился к колбу Чимина и замер, голодно смотря на пухлые губы напротив, а пак впервые получил возможность так близко и совершенно бесстыже пялиться на модельера, раз тот сам позволил. Невъебенно красивый, проскользнула у Чимина. Блондин залип на густые ресницы, ухоженную шелковистую кожу, тонкие губы и родинку под нижней, которую он заметил впервые. Парень легонько дотронулся до нее, скользнув пальчиком по губе Чунгука. — Ты хорошо держишься, Чимин. Гук посмотрел на него и пак не понял. Это похвала или издевка над его организмом? Он всеми силами пытался не позориться, мысленно уговаривая мелкого не шалить в штанах. А он еще и потруднивал над ним. — А теперь посмотри, над чем нам предстоит поработать этой ночью. Чимин обернулся назад, а Чон подошел к столу и убрал с поверхности огромный лист кальки, под которым лежали раскроенные детали красного костюма. «Или ты думал, что получишь свой подарок в готовом виде?» Чингук облизнулся, уставившись на собеседника. Визуальный контакт повышал градус неловкости, позволяя черпать ее ложкой из воздуха, что накалился, хоть металл поплавь. Но Чимин не трусишка. Пак подошел к столу и провел рукой по кроваво-красной ткани. Из увиденных деталей он мало понимал, что являлось пиджаком, а что брюками или жилетом. Но Чунгук не оставил его в догадках. «Начнем по порядку», — предложил он, все еще читая в глазах новоиспеченной модели вопрос. «Мы будем делать так, как обычно люди одеваются. Брюки, жилет, а потом костюм. Или наоборот. Тимин, оказавшись в ловушке, не мог представить, что Чунгук не просто прикоснется к его телу, но и дотронется самой интимной ее части. А ноги у Чимина еще та эрогенная зона. Наоборот, смущаясь, прошептал Пак, принимая правила игры. Значит, в том порядке, в котором ты будешь раздеваться. Тюн не мог не улыбнуться, заметив, как парень покраснел от волнения. Для того, чтобы костюм сидел идеально, мне... Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что никогда не делали. Я запомнил слова Шанель, пробормотал Чимин. Асок любит ее цитировать. Не удивлен, что эти слова ты услышал от него. Заметил Чингук. Раздевайся. Чимин стянул тонкий свитер и лангслив, после чего скинул и джинсы, оставаясь перед Чингуком почти ногим. Тот отошел к столу и медленно разложил детали, словно палач готовил оружие для пыток на глазах осужденного казни. Чмину показалось, что модельер с маниакальным наслаждением прикасался к ткани будто разговаривая с ней и устанавливая никому невидимый контакт. Прекрасный выбор, прошептал Чунгук и взял текстиль в руки. Он подошел к Чемину сзади и приложил деталь к спине, от пак вздрогнул. Не дергайся, чтобы не уколоться. Покопавшись на столе, Чунгук приложил еще одну деталь и скрепил их у плеча с швейными иголками. Он делал это нарочито медленно. Будь послушным. Если так будет продолжаться, Чимин не против. Но он не выдержит и половину такой примерки. Парень замер, пытаясь не выдавать своего волнения. Осмотрел комнату и сосредоточился на картине на стене. Чунгук взял со стола еще одну деталь и прикрепил у второго плеча, поцеловав сначала то место, на которое легла ткань. Поцелуи тоже элемент примерки, не выдержав, спросил Чимин, подавляя внутри ревность и пытаясь не выдать сбивчивое дыхание. Интересно, Чунгук совсем так себя вел. Скорее, профессиональной магии, шепнул Чунгук, прижимая сзади и кладя руки Наталью. Я хочу, чтобы костюм смотрелся волшебно почему его не мог шить твой брат? Он сказал, что займется этим. Это всего лишь шанс выманить тебя, бегляночка. С насмешкой ответил он. Согласись, рабочий процесс приносит не меньше удовольствия, если добавить к нему немного фантазии. Звучит необычно. Чемин замер на выдохе, наблюдая за действиями модельера. Все, что я делаю, важно и нужно. Чингук обошел спереди, поправил ткань, закрывая, наконец, голую кожу Чимина от своих глаз. Ему самому терпеть было крайне трудно. Но модельер ждал, зная, что чем дольше подготовка, тем офигительнее будет. И похоже, что мальчишку придется учить контролировать себя. Ибо по участившемуся дыханию Чон понял, что Чимин как емкость с горючим — Брось спичку, и он сожжет к чертям и себя, и окружающих. — Ты со всеми моделями так работаешь? — выдохнул Пак. — Нет, — признался Чон. — Ты первый, для кого мне хочется делать что-то необычное. Чон развел полочки жилета, любую смуглым телом Чимина. Пак был идеально сложен, все, как любил Чунгук. Скульптурные плечи, Тонкая талия, но в то же время накачанные грудные мышцы говорили о том, что парень часто заглядывал в спортзал и следил за собой. На такое сокровище хотелось смотреть, как на музейный экспонат, с табличкой не трогать. Но Чунгук снова своевольничал. Какой же ты чувствительный! Тебе будет непросто получить этот подарок. Чунгук! Скажи еще раз мое имя, и это станет твоим пропуском в мое сердце, прошептал тот, не отвлекаясь от ласк. В качестве поощрения Чимин получил целомудренный поцелуй висок, разозливший его до невозможности. Он вместе с тем немного отрезвил, вернул легкость и мнимое спокойствие. Чунгук решил с ним развлечься, а то, что пак сейчас скончается в буквальном смысле, на это ему плевать? — Теперь пиджак, — сказал многозначительно модельер, а Тимин ухватился руками за край стола, чтобы не упасть. Эта пытка качелями его вымотала, но нужно терпеть. Дорогие друзья, это место в голове имеет довольно романтический подтекст, более чем романтический, поэтому эту часть я удалила полностью послушать главу, вы можете на моем канале catwild или прочитать полностью главу у автора на фигбуке. Все ссылки расположены под видео. С первыми лучами рассвета Чимин проснулся. Сладко потянулся, открыв глаза, даже не поверил – что лежал в крепких объятиях Чунгука. Пак любовно прочертел ноготками по венам, идущим от локтя к запястью, и попытался выбраться, чтобы не разбудить мужчину. Тело ломило и приятно болело от горячей ночи. Похрустев шеи, Чемин спрыгнул с кровати, утопая ногами в мягком ворсистом ковре. Он подошел к окну и взял с подоконника телефон. Начало седьмого только, и чего ему не спится? Глядя на мирно сопящего модельера, Тимин улыбнулся и отправился в ванную. Еще с вечера Чон приготовил для него комплект чистого белья. Полотенце, а в стаканчике появилась вторая зубная щетка, еще не распакованная от фабричной слюды. Пак зашуршал пленкой и начал чистить зубы, улыбаясь самому себе и покачивая попой в такт песни Эда Ширана, что автоматом включилось в голове. На правах парня, хозяина этой квартиры, Пак метко пульнул щетку в стаканчик и залез в душ. Горячая вода приятно обволакивала тело. А Чимин все еще не мог собрать в кучу мысли и поверить в то, что красавчик предложил ему встречаться. — Только бы не налажать! — пискнул он, вылезая из ванной и становясь на коврик. — Чистенький, пахнущий гелем для душа с ароматом цитрусовых пышущий жаром и здоровьем, парень натянул чистое белье и всунул ноги в теплые тапочки. Высушив волосы и наскоро уложив их, Чимин вышел в гостиную. Чунгук еще спал, и Пак жадно облизал взглядом мышцы его спины, вспоминая их рельефность под руками. Теперь он станет частым гостем в квартире Чона. Промелькнуло у Чимина, и он огляделся вокруг. Дверь в мастерскую была приоткрыта. Пак из чувства любопытства заглянул туда, чтобы посмотреть, как выглядит ткань в свете дня. Разложенные на столе детали, скрепленные булавками, олели яркими пятнами, а солнечный свет, попавший на них, окрашивал текстиль интенсивнее. Пак взял одну из деталей, почувствовал мягкость материала и понял, почему Чонгук ловил вчера оргазмическое наслаждение. Она была невероятно нежной и теплой на ощупь. Перетекала в руках Чимина, струясь волной под собственной тяжестью. Ткань упала на стол, свалив на пол подушечку, натыканную иголками и булавками. Тимин поднял игольницу, чувствуя некоторую ответственность за жизнь и безопасность своего парня. Он не хотел, чтобы Чунгук укололся, хотя Пак был уверен, что такое случалось не раз. Но с этого момента невидимое желание оберегать модельера проснулось на подсознании. И Чимин аккуратно поставил подушечку на стол. Его взгляд ненароком упал на приоткрытый ящик, в просвете которого виднелся знакомый ремешок. Чимин не вор и не возьмет чужого. Случай с часами в очередной раз показал ему, как трудно держать у себя пусть даже случайно присвоенную вещь. Но любопытство пересилило, и Чимин дрожащими руками приоткрыл массивный ящик. Тот с трудом поддался, но этого было достаточно, чтобы вытащить аксессуар. Сомнений не было. Это они. Не только ремешок, но и тот же циферблат. Фирма, даже стрелки, на которые он пялился в то злосчастное утро. «Да блядь!» поднес их к свету и повертел перед носом. — Как такое может быть? Не стыдясь того, что он был в одних боксерах, Чмин взял часы и вошел в спальню. — Подъем, мистер охуенные руки! — со злостью рявкнул парень. Чунгук что-то промычал, никак не желая пробуждаться. — Чунгук! — Чемин терял терпение на глазах. — Ты можешь мне объяснить, что это такое? — Темная макушка Чона со спутанными от осна волосами показалась из-за горы подушек, которые не ночью накидали абы как, лишь бы те не мешали им обниматься. От обиды и воспоминаний, что были слишком свежи в памяти, Тимин едва не расплакался. Душило неприятное чувство, словно им воспользовались и выкинули как ненужную игрушку. «Что это такое?» отчеканил Чимин, пытаясь держать невозмутимость в голосе. Часы, Чимин, простонал Чон, которого ранний подъем в 7 утра крайне дестабилизировал на весь день. Это прямо какое-то предзнаменование. Чем раньше он просыпался, тем хреновее проходил его день. Сегодня правило не стало исключением. «Я тебе сейчас все объясню», что ты мне хочешь объяснить? — топнул ногой Пак, откладывая паток Филипп на прикроватный столик. — Что я как дурак рылся в снегу, пока не были у тебя? Что я чувствовал себя полным ничтожеством, коря за то, что потерял эти гребаные часы? Что не спал, думая, как отработать долг, которого не существовало? Что ты мне объяснишь? Чунгук — это подло, а начинать отношения с подлости я не хочу. — — Погоди! — Чон скачал с кровати, медленно соображая, почему Чимин так быстро перемещался по его квартире и буквально за секунду впрыгнул в свои джинсы, а потом в слив и свитер. — Нет. Они должны валяться в кровати, поболтать о том, где встретят Новый год, а потом будут строить планы на будущее, после чего Чунгук приготовит чай, а Чимин яичницу, наверное. Чон еще не решил. Да что с тобой? Со мной ничего, буркнул Чимин, спешно обуваясь и сдергивая куртку с вешалки. Прости, я не могу больше здесь оставаться. Он выбежал в коридор и громко хлопнул дверью, оставляя Чингука одного посреди огромной квартиры. С Чимином, что пробыл, здесь всего две ночи, ушла частичка тепла и света, о которой модельер так долго мечтал в своей жизни. Черт! Он стукнул кулаком в стену так, что звон отозвался в пустой голове, а их вторило. Какой шанс он только что проебал?